Мы финско-советская торговая палата, нам нужна оперативная связь с Финляндией. Вас сняли, значит, по какой-то причине сняли. А причина, можно сказать, революционная. Как и подобает при революции, прежде всего захватывают почту, телеграф, телефон. В данном случае захватчиком оказалось совместное предприятие Ленфинком, которое, пообещав круглосуточную автоматическую международную связь своим абонентам, уже потребовало оплату за разговоры в валюте. Одними из первых ощутили на себе диктат новоиспеченных бизнесменов сотрудники представительства финско-советской торговой палаты, лишенные уже длительное время связи по телефону и факсу с Финляндией. То есть мы должны отказать всем советским организациям в наших услугах, так как в советских организациях еще нет валюты. В уставе финско-советской торговой палаты записано: «Палата не преследует политических целей, а также целей извлечения прибыли. Зато бешеную валютную прибыль решили получать в Ленфинкоме. Тревожный симптом. А если из горожан они вскоре потребуют оплату за личные международные разговоры, тоже в валюте. А куда вообще делась Ленинградская междугородная телефонная станция, госучреждение? И существует ли еще Минсвязи СССР?»